После просмотра последних серий второго сезона «Меча» у многих зрителей появились вопросы на тему того, куда же уходит Макс незадолго до финальных титров. Поэтому давайте об этом поподробнее. Если обратиться ко второму сезону, то можно вспомнить, что параллельно Калинин создал как минимум несколько альтернативных группировок «Меч», куда на этот раз входили преступники и наемники. Кроме того, в последней серии в своем видеообращении Макс отпускает других главных героев и приказывает сжечь штаб. И учитывая, что Калинин в розыске, смею предположить, что Макс отправится уже в новый штаб, откуда будет руководить карательными операциями и даже, возможно, начнет более кровавую войну против преступности руками наемников. Здесь каждый подчиняется приказам старшего по званию, то есть ты моим, а тот, кто сеет панику, дезертир. И с такими разговор короткий. Вернулись на позиции! Быстро!